Привет, ребята! Папа у нас приехал из командировки и привез Наташе вот такой вот сюрприз! Это шарик Лол. Наташа будет его открывать. И будем мы смотреть, что же нам в нем попалось. Что-то интересненькое. Давай посмотрим сначала. Вот такой вот шарик у нас. Нашла где открывать? Ничего себе! Ну держи, держи. Открывай сама. Я помогу, помогу, помогу. Давай. Какая-то подсказка. Это похоже на ракушку. Бомба, что ли? Ну посмотрим. Так, следующий слой. Я сама. Давай, ищи, где же он будет открываться. Давай, ну, ломочек там, да? Давай помогу? Да. Давай. И еще там попадет. Какой-то слой. Смотри, вот подсказка. Нам попалось. Что-то меняет цвет. Написано changes color. Ну, может быть, какой меняет цвет? Мы проверим. Открываем следующий слой. Я оковаю. Это башмачки. Маленькие башмачки. Будем видеть на нашу модницу, которая нам попадется. Дальше смотрим. Наташ, вот еще один сюрприз. Давай посмотрим, что здесь там. Еще один. Вот, смотри. А я вытащу. Вынимай. Вынимай. Оттуда вынимай. Что там попало? Бутылочка. Ну-ка. Сейчас посмотрим. Вот уже башмачки и бутылочка есть. Наташ, ну давай, наверное, еще один слой, да, будем открывать. Вот тут вот снимай, открывай. Так. Все, да? Все мы достали. И теперь будем открывать. Открывай крышку. Открывай. Доставай. Это колы. Давай. Наташ, и бутылочка. Ищи, что здесь. Смотри, что здесь. Вот, вот тут вот что у тебя. Посмотри. В этом пакетике что попало? Так, что же это? Где куколка? Это одежда? Или что это? Мы потом посмотрим. Да, это одежда, наверное. Где Давай дальше. Так. Что это? Не попалось. Вот она, наша кукла. Давай мы сейчас откроем, посмотрим. Еще ободок. Надо цепочка достать. Да. Вот так пока отложим шарик. Давай посмотрим, какая там малышка у меня. Кукла. Смотри, какая малышка, Наташа. Нравится тебе? Так, давай посмотрим, что она у нас делает. Ну, за я одену. Угу. Надо. Можно будет все поставить в ее шарик. Налить водички, она будет пить. Наверное, она будет плеваться. Ну, проверим. Там. Угу. А посмотрим, что там. Вот наша куколка замечательная. Этот, я так думаю, что это вкладочка для нее. Это по-маски один. Вот такое платье. Так, ага, это будет нравиться. Только нужно будет на нее одеть картонки. Давай посмотрим. Надо околочка вынести. Сейчас, мамочка, смотрим. Так, давай башмачки на нее. Ну, и на. Сейчас посмотрим, что там лежит. Давай, Наталья, поставим бутылочку. Сейчас. Я поставлю. Ага, все понятно. Так, вот сюда, наверное, бутылочку ставь. Вот сюда. Так. Вот так, бутылочка.
Машечка. Держи, Наташка. Ребята, вот такая у нас получилась замечательная кукла. Давайте посмотрим на нее. Наташ, посмотри, ободок на ней есть? Да. Покажи, где ободочек. Вот он. Вот у нее бутылочка, на ней башмачки. Да. Куклу можно поить. Сейчас посмотрим. Ну и посмотрим, что она будет делать. Кукла. Ну-ка. Кукла плюет. Наташ, смотри. Плюет, видишь? Давай, ты сейчас ее посадишь в воду. Возьми куклу, посади ее в воду, и, по-моему, она должна поменять цвет. Сейчас. Она. Смотри, я ее спускаю, как она меняет цвет. Она стала очень-очень умная. Давай посмотрим, какой тут у нее получился. Какой тут у нее получился домик. Давай. Да. Можно я хочу. Конечно, можно. Пусть лежит в воде. Как уляли такая. Да, как уляли бутылочка, молодец. Как она сладкая. Ребята, ну это вот такой вот для куколки домик. Я пою. Сюда можно будет поставить бутылочку, мы уже это делали. Посадить куколку вот на такой вот стульчик. И вот так вот закрыть крышечку. И тогда куколка там удобно. Ну вот такая куколка у нас. Мы так подумали, что она поменяла цвет. Еще мы тут нашли с Наташей кнопочку вот здесь вот на спине. Мы сейчас переоденем куколке купальничек, сарафанчик и посмотрим, что получится. Наташа, я сама. Нажимаем здесь. Нажимаем на спинку куколки. Нажимаем. Опустить. Не опускай. А еще покажешь ребятам, как куколка может держать бутылочку? Можно ее. На ручку. Попоить. Попоить можно? Ну, попои. Она очень сильно голодна. Проголодалась она сильно, да? Можно ее попоить водичкой. Попоить водичкой. Ну, попоить водичкой. Можно. Да. Хи-хи-хи. Купается, купается. Можно их опустить. Ну, опусти, пусть поплавает. Поплавают они. Поплавают они. Поплавают они. Какие они занялись. Можно их опустить. Можно их еще посадить. Опустить. Опустить. Они поплавают. Посуши. Тот набор, из которого наша кукла, называется Lil Sisters. Куколки Лол, Lil Sisters. Вот такие куколки представлены в этом наборе. Их очень много. Они играют. Они очень любят купаться. Лайки. Саладой. Девочкой. И Эйвайса купаться. Вот как она плавает и держит бутылочку. Ну, не знаю. А вот спустить.
заковываем камешек. Но еще попей чуть-чуть. О наших новых видео. Нажимайте на красную кнопку, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии.